Уже в третий раз за это жаркое лето в детском оздоровительном лагере «Ленинец» города Михайловка в Волгоградской области прошли Дни православия. В чем их особенность, узнаем из следующего сюжета. В программе первого дня добровольцы сделали упор на сплочение отрядов. Во второй православный день занятия были направлены на осознание детьми, что такое добро и зло. А в рамках третьего дня ребята прошли цикл мероприятий, который позволил им еще больше сплотиться и почувствовать себя одним целым. Уже по традиции в лагерь приехал батюшка, которого все очень ждали. Священник Роман Сафарян рассказал доступным ребятам языком о том, что такое грех, как он появился и как надо всеми силами с ним бороться. Было плохо от страха, да? Что? Сейчас сыпят. Пряник отняли, взяли ремешок. Все, лечили пряником, а теперь получили мешок. Иногда всыпят, иногда мама, конечно, чтобы не всыпала, мы первые идем и уже такие заслиняем глазки. Плачем, типа, да, делаем вид, как будто мы плачем, чтобы «мамочка, прости, я больше не буду», да? Просим прощения. Отряды сплотились в дружную семью, которая выполняла задания как одно целое. На вечернем концерте каждый отряд обыграл на сцене православную притчу, из которой должен был вывести мораль. Ну а завершился день погружение в традиционные русские народные игры. Хороводы, элементы казачьего вара, ручейки – все это наши корни, которые нельзя забывать и нужно передавать знания о них из поколения в поколение.